после того, как отключили клеммы аккумулятора на Audi A6 C5 магнитола, Navigation Plus просит код. Эта магнитола уже перешита, и может подойдет вам именно этот код. Либо, если у вас есть свой код, с него и надо начинать. Нажимаем ОК. И магнитола активируется. Код вводится вот этой вот крутилкой. После этого выставляем время.